Сегодня вот на свою винтовку Striker Edge решил сделать подвижный моноблок. Так, вот эта вот оптика у меня была. Ее, увы, убило из-за колец. Вот. Заказал моноблок. Вчера пришел. Смотрел, говорят, что отдача, убивают. Нет, там другой прицел сейчас скоро придет. Вот, я решил сделать подвижный моноблок. Ну, что я сделал? Я поставил старое кольцо и сделал такой, типа, ну, уплотнитель, чтобы не слишком тут царапалось. Ну, если будет какая-то другая оптика. Вот. Здесь я, конечно, сделал так пока. Ну, тут шейки он перелился у меня просто. Вот. Сетка тут лопнувшая, то есть. Ну вот, суть в чем. Я сделал, здесь закрепил вот этот колечко, вот это, кронштейн. Соединил с моноблоком. И вот что получилось. Ну так я вам показываю, неудобно так снимать одной рукой. Вот, все, он нормально держится, достаточно плотно. Хорошо ходит. Здесь пружинка, и здесь тоже такой, как уплотнитель. Ну, чтобы пружинка, если что, не ползла. Хотя пружинка хорошая. Не знаю, из-под чего она даже. Вот, не предполагаю. Просто в гараже нашел, завалялась. Вот, пригодилась все-таки. Но она не из нержавейки, кстати. Потому что она вообще не ржавеет. Она сколько у меня провалялась, но она не из нержавейки, видать, точно. Вот. Люстула убран, тоже был. Ничего я не менял, свой винт. Я просто его затянул и новый фиксатор поставил. Все, болтик, то есть фиксатор. Все. То есть выстрел. Все, она срабатывает. Вот. Неудобно на рукой. Многие спорят, с какой стороны здесь листать, вот то, что больше вот так идет. Но отдача первая, она слабая. Самоубивает это уже когда компрессор долбит. У меня еще газовая пружина на 140 атмосфер. Так что, хотя газовая пружина не должна их ломать, это витые все в основном говорят. Хотя кто-то говорит, что газовая наоборот хуже. Каждый о своем. Вот. Блин, неудобно так. Короче, вот. Все ходит отлично. Ничего не болтается. Надо вот, вот здесь вот шайбочки только минимум, чтобы поставить. Вот, шайбочки поставлю. И все. Просто раскручиваются. А так все сделано. Сейчас пойдем на улицу, стрельнем. Все, вот на улице. Предохранитель снят. Буду стрелять в землю. Так это тут работает. Покупные моноблоки, они очень дорогие. А тут своими руками. Даже сколько? На Алиэкспрессе 2000 почти я видел. Ну, 2000. А здесь я сделал за каких-то, наверное, 500 рублей. Все. Ну, всем пока.